можно? Можно? Давай, Георгий. Я тихо, что в Библии Иисуса Сираха говорится о наушнике. Вот кто такой наушник? Наушник, если наушник оскверняет. Наушник, который наушник? Пересвистывает. Услышал и скорее пошел, да еще и предскажет, как у Сократа. Один подошел к нему и говорит: ой, какая новость, ой, я как узнал о твоем лучшем друге. Он говорит: подожди. Вот мы друзья, ты сказал так, вот ты мне это расскажешь, я не знаю, наши отношения будут лучше? Да нет. Ну, дальше. А скажи, то, которое ты услышал о моем друге, он это соответственно так и есть? Да я не знаю, я только слышал. Ага, значит, ты наушник, пришел, знаешь, что наши отношения будут хуже, так надо говорить или не надо? Да нет, я пошел домой. Вот наушник, он пересвистывает. А который не наушник, он послушал, промолчал, ушел, и никто не узнает, что он слышал. Вот так. Он на ушах сидит у людей. Это для него лакомая пища. Игнатий Тихонович, а можно еще один вопрос? Можно. По Библии. Давай. Вот в 23 главе, 34 стих, книги пророка Иеремия: «Бремя от Господа Господь запрещал народу говорить, что это бремя от Господа, тяжести бремя». Бремя – это вот то, что Господь возложил, это надо нести. Болезни, страдания, война – это бремя от Господа. Господь нас этим давит, чтобы выжать из нас ненужные соки. А почему Он запретил народу говорить такое? Бремя от Господа. А ну-ка прочитай, что там написано? Сейчас. Только громче, ближе к рупору. Да, да, сейчас я найду. Если пророк или священник или народ скажет: «Бремя от Господа, я накажу того человека и дом его», так говорите друг другу и брат брату. Что ответил Господь или что сказал Господь? А это слово «бремя от Господа» впредь не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его, потому что вы извращаете слово живаго Бога, Господа Саваофа, Бога нашего. Ну, прямо внимательно слушай. Вот Господь что посылает, и люди начинают роптать. Тут как бы Бога-то не было, да, у меня бы не было такое, вот ребенок калека родился, или украли у меня что-то. Ну такое, это бремя от Бога. Это от ваших дел, Господь говорит, я даю для исправления вам бремя. То есть я сбросил бы с себя это седло. То есть Бог виноват, и что-то у меня плохо, я слышу, или другое. Господь накажет за это не от Бога. Господу не угодно, чтобы мы такими были. Но, судя по нашим делам, Он это дает. Мы должны сказать не бремя, а Господь посетил меня. И у меня вот такие несчастья, я болею. Слава Господу! Я бы вот туда-то поехал, собирался, а болезнь-то мне подкосила ноги, я никуда не поехал. А там взорвался самолет, я бы погиб. О, Господи! То, что кажется сегодня нам как тяжелое, на самом деле легкое. Тяжелого ничего в этом нету. Вот так, что болеем, и не говорить, что это тяжелое бремя, как камень Бог возложил на меня. Кто тебе виноват? Вот сидят муж с женой, друг друга перепираются. Вот я бы таким не был, если бы не на тебе женился. А я бы за тебя не вышла. Мамка говорила, что не выходи за эту пенчушку. Это бремя от Бога, это не Бог дал. Это сатана вас свел, два блудника сошлись. Благодарю. А скажите, пожалуйста, еще такое, люди говорят, что на все воля Божья, правильно ли так говорить, на все воля, ведь есть еще человеческая воля, и Божья воля есть, но ведь, значит, не на все воля Божья. Да будет, можно да будет, говорить? Да будет. А что? Да будет. Да, то есть мы просим, чтобы было по воле Божьей, и мы это принимали. А чтобы тебе понимать, как правильно или нет, ты должен знать Писание и иметь хороших друзей. Однажды выступал Владимир Владимирович Маяковский-то и говорит: мы не понимаем ваши стихи. Он с товарищем, он говорит, нужно иметь умного товарища.
Вот так и нам. Мы должны быть внимательны к тому, что с нами происходит. Да будет воля Твоя. Это молитва, это пожелание. А бывает не по воле Божьей, потому что мы делаем как надо. Самим надо. Слава Христу. Аллилуйя. Благодарю. Вы, когда кто говорит, включайте, чтобы видео было. Игнатий Ильич, Александр, у меня такой мирской вопрос по работе. Можно? Можно. Вот. Значит, я в том году работал в охране, и тут приезжает другая контора, там, чоповцы, и говорит, вот нам нужен человек. Я говорю, так а зачем будет третий тут человек, если я могу... То есть я работал в двух организациях, получается, от двух организаций. Нет тут лукавства? Да нет, если вы везде делаете как положено. Да это хорошо. Я одну и ту же работу просто на две организации делал, получается. Ну, ущерба для другой работы нет от того, что туда пошли? Нет, нет. Ну нет. И нет, наоборот, надо сказать, что молодец. Ну все, я больше отослал на книжечки, он, да. Кладыщук. Я вот работал, когда от дежурю, сторожем был, а три дня свободных. Я одновременно мог в двух-трех домах работать в этот день. Один раз было, за один день я на 6 объектах работал. Я печник, и нужно было подготовить печь к зиме. Так я домой, когда зашел, за порог запнулся, упал и все. Спаси Христос, Отец. Аллилуйя. Аминь. Так, все, никого нет, ухожу.